Конечно, было холодно. Я, в принципе, не сторонник майнать камеры, когда за бортом минус 12. И сильнейший южный ветер. Но для любимых сотрудников ГАИ, пожалуйста. Почему любимые? Потому что я теперь не вижу каждый день 3 аварии по городу. То есть идет работа на благо горожан. Мы стараемся под присмотром оных вести себя прилично. Стараются, правда, не все. Вот смотрите, у меня с супругой спор. Я хочу сына сделать КВС, то есть командиром воздушного судна. 25 тысяч баксиков каждый месяц, я понимаю, что это неплохо. Но вы послушайте, сколько бухих ловят постоянно. А это 403 дорожно-транспортных происшествия по вине пьянчуг, в которых погибли 69 человек и 590 получили ранения. Это только в Челябинской области. А если все это перемножить на страну, то поверьте, КВС – это то, что нужно. Там только нюхни и приехали. Но не понимает она, жаль. А теперь другая тема. 16 761 за год синих в доску не протрезвевших с утра человеков привлекли к ответственности. Норма? Нет. В Магнитогорске 1907 приняли таковых. То есть каждый день 5-6 человек в ЗЮЗе. Ну кому это нужно, а? Есть, конечно, утренние. Такие случаи получаются. Ну купите себе алкотестер. Дунули, ага, лучше ехать на такси. Так-то как-то дешевле выйдет, чем на комбинат мотаться. И в прочие дела, расходуя за день 10 литров недешевого топлива. Это, конечно, не наша тема. Наша тема – будь трезвым в пути. Мы же должны людям объяснить, что алкоголь и трезвый руль – это две вещи, которые, по сути, несовместимы в России. Да, алкоголь и руль – абсолютно несовместимые вещи. У нас этому вопросу посвящен целый предмет. Даже в билетах ГИБДД для сдачи экзамена есть ряд вопросов конкретно на эту тему. Поэтому однозначно это несовместимо. Ну, в том числе, конечно, мы сами подаем всегда личный пример, что это свой трезвый образ жизни, ну, прежде всего, за рулем, конечно. Это один из тех вопросов, на которые мы должны заставлять обращать внимание курсантов, так как мы их учим водить, и никто этому их другому не научит. И опять-таки, вот личный пример, только, я считаю, заставит их вот запомнить вот эти прописные истины на дороге. Что мы и делаем сегодня? Что мы и делаем. Вот сюда мы и приехали. Можно было в городе. Но все, кто приезжают, поняли, лучший и правильный водитель в магнитке должен быть трезвым. Другого быть не должно. Харе квасить. Рано или поздно штраф 1,5-2 года и 30 тысяч. Теперь вас не останавливают? 2 года курите и отказ от путевки в Турцию. Неплохо. Второй раз за руль и не трезвым. И вам 200-300 тысяч штрафа. А за такие деньги можно 3 идеальных иномарки, пусть и БУ купить, и 2 года зоны. И это далеко не Турция. Тоже хорошо. Ну хватит бухать-то, господа. И все-таки давайте определимся. Да, у нас есть люди, которые забывают и ездят, и пьют. Сколько таких людей у нас? К сожалению, проблема управления транспортным средством в состоянии опьянения для нашего города остается актуальной. Ежедневно сотрудниками ГИБДД выявляются подобные факты. За 12 месяцев 2018 года фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения выявлено 1907. При этом актуальной остается проблема управления повторно транспортными средствами в состоянии опьянения, несмотря на существующую уголовную ответственность за совершение данного правонарушения. Водители продолжают нарушать правила дорожного движения и повторно управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Таких фактов за 2018 год выявлено 373. По данным фактам вынесено 343 судебных решения. Водители, правонарушители привлечены к уголовной ответственности. Существующие меры уголовного преследования, мы надеемся, что все-таки взовут к совести водителей, а также именно те факты дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории города Магнитогорска по вине водителей в состоянии опьянения, которые своими действиями лишили жизни других участников дорожного движения, беззащитных пешеходов, пассажиров, других водителей транспортных средств. Господа мои, товарищами как-то назвать таких не приходится. Товарищи мои водители, судари и сударыни, дайте денег таксистам. Туда-сюда на такси это максимум 200 рублей. На маршрутке 50, но не грузите улицы. Хотя это не для нас.
И самое главное, садитесь за руль только и абсолютно трезвым человеком. А то я прокатился утром в утреннюю пробку. Чуть 3 раза моего любимого ниссанчика вы не поцеловали. Нехорошо это. Ой, как нехорошо.